Всем привет! Blender 2.81, и давайте рассмотрим аддон именно по изменению автоматической сетки. Погнали разбираться. Заходим в Яндекс, вводим Quad Remesher for Blender, находим авторетопология, и вот здесь есть варианты. Находим вот эту вот страницу плагина автоматической ретопологии. И вот 4-ядерный ремешер для блендера выпущен. Вот прям можете так ввести, и он именно вот эту страницу вам выдаст. Здесь читаете, смотрите, вот здесь есть, вы можете узнать больше и получить плагин здесь. Нажимаете на здесь, открывается у вас вот такая вот страница, которая у меня до сих пор крутит-вертит. Вот открылась у вас страница. Тут 3D Max, Maya, Moda, Blender. Словом, для всех подходит вот эти аддон. И нажимаете вот сюда вот. Download Real. Аддон этот платный, но есть Trial версия, которой можно пользоваться. Так что качайте, смотрите, кто хочет, покупайте. Вот у вас открывается вот такая страница, и вам нужно теперь зарегистрироваться, послать свою электронную почту, вам придет подтверждение, и вы можете смело качать этот плагин. Он поэтому открылась. А так вам нужно будет зайти в почту и подтвердить именно ваш email. Вот здесь есть Remesh for Moda, Remesh for Moda Mac OS и Blender для Windows. Вот. Вы на него нажимаете, и скачивается у вас zip-папка. Ну, с этим понятно, да? Все. Заходим опять же в Blender. Следом находим Edit, преференции. Находим аддоны. Что-то у меня сегодня подтупляет. Находим Install и подгружаем, где у вас там на рабочем столе или в загрузках. Находите именно вот этот Quad Remesher 1.0 Blender Bridge WinZip. Вот эту zip-папку вы ее отмечаете и жмете Install. Она у вас загружается. И вот он. Mesh Quad Remesher Bridge. Ставите вот сюда вот галочку, включаете этот аддон. И вот здесь вот жмете или автосохранение, или Save Preference. Так, все это понятно, закрываем. Следом делаем дубликат вот этому гражданину. Это Shift D. Вот так поставить его. Для разницы, чтобы посмотреть. И вот этого будем переделывать. Нажимаем на него, жмем табуляция, переходим в Edit Mode, смотрим сетку, насколько она плотная, вы видите. Это жесть. Еще она после Sculptris. Я лепил его полностью Sculptris Alpha 6. Видите, что треугольниками идет сетка. Ну и давайте теперь Remesh применим. Это N-панель, клавиша N. Находим Quad Remesher. Здесь вот вверху Quad Count ставим 2500. Жмем Enter и жмем Remesh. Вот показывает Remesh прогресс 32%. Если не нужно, можно нажать Escape, Abort. Отмена. И вот такой ZRemesher тоже присутствует в ZBrush 2019.7.8. Тоже можно там настраивать, делать с сеткой, словом, работать. Кому интересно, ссылки кину под роликом. Все прогнало 100%, и вот так вот изменилась сетка. Вот такая теперь тут сеточка. И вот на нее теперь можно сделать Project All, но это
в ZBrush уже. Здесь я еще пока не знаю, как спроецировать с этой модели на эту именно детали. У кого есть ссылки, подскажите, будем дальше разбираться. Ну вот такая штука, вот такой ZRemesh, в смысле ремешер, но для Blender. Можно вот так вот здесь тоже менять сетку. Все, всем пока, до свидания. Лайк, дизлайк, как обычно. Всем пока.